dinleme yapıyor. Так, белила я сегодня забыл взять. Черт побери. Будем выкручиваться с помощью пастели. Заменим белила пастелью. Интересно, что из этого получится. Эксперимент. Хотя рисовать-то хотел акварелью. Ну, собственно, это и будет акварель. Только вместо белила я использую пастель. Белый фломастер у меня есть для тонких линий. Ну, остальное по ходу посмотрим, как получится. Здесь куча белых машин. Ха, странно. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть белых машин. Вот кто поверит. Сейчас специально сфотографирую. Итак, эксперимент. Заменяем белила акварельный, или точнее гуашевые белилами. Мне-то, собственно, нужно что? Разбелить некоторые моменты вот эти вот. Да. Да. Она сжирает сильно. Пастель съедает воду сильно. А так ничего. Собственно, что такое белило? Тот же самый пастельный белый порошок, мел, то есть, да? Но только склеенный каким-то клеем. Ну вот и такой эксперимент тоже интересен. Скетч. Одно слово скетч. Домик, он тоже немножко голубоватый. Но только совсем немножко. Даже скорее сиреневый какой-то. Моя-то задача что показать? Ну, я не знаю, хорошо ли это формулировать. Художники это не любят делать, да? Моя задача сформулировать, показать контраст вот этот вот. Вот этого домика здесь. И вот этого, по сути дела. Ну, это так выражаясь, скажем, словами. Ну, словами не передать, в общем-то, ощущений. Затереть, да. Ну, без белил грустно, конечно. Ну, ладно. Коли я грозился в скетче путать все подряд материалы, то я это и буду делать, да. И второе. Быстрее. Рисовать быстрее. По многим причинам. Потому что это городской скетч. Здесь ходят люди. Ритмы совсем другие. Ритмы такие вот. Вот такие, как я сейчас рисую. Да. Там голубой автобус приехал.
Ну, нарисуем голубой автобус. Только что уехал красный. Там надписей много, ну, понятно, реклама там, вот это все. Здесь какая-то дурацкая. Там желтая. Шанхай Сити там написано. Там что-то такое красно-желтое над городом. Как там это в песне-то про китайских десантников пелось? Лица желтые над городом кружатся. Это Шанхай-Сити называется у нас. Здесь коричневое, но я ее не буду делать. Ну вот, собственно, наверное, главное мы заложили. Вот эти брошпены. Отбираю я их, отбираю, выбираю, выбираю. И все равно попадаются текущие. Пока носишь, носишь в сумке, все равно он как-то подтекает и протекает. Вот это неприятно. Я все никак не могу собраться, просто найти хороший бутылек, плюнуть на все эти брошпены и носить с собой просто нормальный бутылек с хорошими чернилами. Перо и пару кисточек. Я думаю, это будет рациональнее и лучше. Ну ладно, поехали. Какие-то инженерно-вентиляционные эти трубы вытяжные фасад портят. Это идет, идет, раз и закончилось вот так вот. И все в клеточку, все в клеточку, в клеточку. Толстовато, конечно. Ну что, брать гелевую ручку? Она сейчас забьется. Главное, там вот эти вот... Ну вот не поверит же никто, что там вот эти квадратики идут косо, а не прямо по этой штуке. Нет. Все-таки очень сухая линия у этого, у этой гелевой ручки. И годится только действительно для волосяных линий, либо для растворения в воде. Ну почему? Можно делать достаточно интересные рисунки набором линий. Вот, сейчас замучаешься здесь рисовать огромное количество. Чертежником-то и архитектором этим хорошо. Он взял решину, линейку и наяривает эти линии. Вот какие? Ну вот эти, вот их вот здесь вот миллион, вот этих горизонталей. Ручка, вот я же говорил, что она забьется мелом. Вот. Она туда ушла. Вообще она достаточно черная такая, вся эта штука. Ну, она длиннее вообще на самом деле. Я же вижу эти пропорции. Но я не обязан их поддерживать, выдерживать. Моя задача художественное впечатление. Потом я, конечно, сюда еще белил добавлю. Вот это вот тоже почти черное, вот это вот, да.
Ведь это же такая достаточно мрачная штука-то. Да, она такая мрачная. Там окна какие-то открыты. Пока я рисую не главную, а второстепенную штуку. Вот. Ну не знаю, надо ли здесь рисовать вот эти вот. Надо, наверное. Это же главное. Ну вот ручка перестала писать, а нет, снова начала. Квадратики большие, квадратики маленькие. И там еще вот эти вот. А мы их белым попробуем нарисовать. Они действительно там белые. Другое дело, что будет ли она у меня белая рисовать сейчас. Там какие-то такие кривокосенькие белые ограждения. Ну да, так вот они, так вот. Здравствуйте. А вы что, хотите рисуете? Нет. Ты интересный вопрос задаешь? Да. А вы что рисуете? А как ты думаешь? Шанхайку. Ну, можно так сказать. Ты же видишь, что я рисую. Ты, у тебя же глаза есть. Или совсем непонятно? Красиво рисовать. Да? А как ты определяешь, когда красиво, а когда некрасиво? Стоп. Стоп. Ты же подошел поговорить? Давай говорить. Да не, не убегай. Коля подошел говорить? Давай разговаривать. Сейчас. Я спрашиваю, как ты определяешь, когда красиво, когда некрасиво? Ну, просто когда... Вот. Ну так что? Вот видишь, ты сказал, ты оценил, да? Mm-hmm. Как бы ты, наверное, даже лучше меня понимаешь, потому что ты же меня оцениваешь, то есть вот я рисую, да? Ты подходишь, говоришь, красиво. То есть, значит, ты понимаешь, что такое красиво? Ну вот я, а мне-то интересно знать, а что такое красиво? А я, может, скажу, а мне не нравится, а мне некрасиво, например. Ну и что, как ты мне докажешь, что это красиво? Сразу же видно. Нет. Видно, это, знаешь, это еще ничего не говорит. Вот. Или может быть, мы по-разному смотрим, да? Ну, поэтому видно, ну как бы видно, оно ничего не объясняет. Даже объяснять как-то, чем-то доказывать. Чем красиво отличается от некрасивого? Это же, можно же это рассказывать-то, да? Вот здесь вот куча машин стоит, и они ездят постоянно. Поэтому я их не буду вырисовывать, я их вот так вот рисую. Вот они едут, проезжают. Раз, была и уехала, была, уехала. Человечек шел, да, и убежал. Можно даже осу нарисовать, летала. Здесь вот раз, были колеса у машины, сейчас она возьмет и уедет. Как будто растворилась. А вы, да. Вы что, художник? Нет. Видишь же, что я балуюсь. Разве художники так рисуют настоящие? Нет, рисуют. Да? Именно так? Ну да, вот же. Ну, ты меня порадовал, собственно. А вы как там? Да. А вы как это рисуете? У вас что, а вы какие эти берете? Ну, для рисования. Так, вот все перед тобой, ты же это все видишь. Или нет? Вижу. Ну вот, какие? Ну вот, такие беру, какие видишь. Искусственный дизайн, архитектурный дизайн.
что это моя визитка. Знаешь, что здесь это некрасиво здесь рисовать? Вам надо лучше на свежем воздухе. На свежем воздухе? Да, ну там, знаете, юность. Там большая река, гора, ну, юность. А мне дома нравятся. Рисовать? Да. Ну там тоже не то. Ну, кому что, и потом... Там корабли, яхта, вода. То есть, а вот эти дома некрасивые? Нет, здесь это... Чё? Здесь это, плохое. А как, опять, вот видишь, ну, я готов тебе поверить, да? Но ты же объяснить-то мне не можешь. Ты говоришь, плохой, а я тебя спрашиваю, а почему? Объясни. Потому что здесь не чисто, здесь все газ, ну, еще здесь... Так, а ты меня запутала, вот смотри, а ты мне говоришь, что я красиво рисую, а да. Здесь говоришь, нечистый газ, вот получается ну, как-то странно. Ну, красиво рисуют, даже видно, как ага. Похоже. Вот. Похоже, это значит красиво, а я не очень похоже, между прочим, рисую, видишь, я специально пытаюсь как бы немножечко даже искажать. Потому что если я начну рисовать вот точно так же, да? А вы что, художником занимаетесь? Да нет, я же тебе говорю. Это картон, да? Какие у тебя вопросы интересные? Кока-кола написано. Вы могли бы стать знаменитым. Точно? А? Да. Ну помоги. Это во-первых. А почему ты думаешь, что я не знаменитый? Вот. А может я уже давно знаменитый? Вот тебе загадка-то. А как отличить знаменитого от незнаменитого, если он на улице сидит? Не знаю. А, я знаю. Знаменитые на улице не сидят, да? Они в своем этом дворце там, да, там. Да, пальцы гнут такие. Нет? Нет, я не знаю. Вот смотри. Я-то не разбираюсь. Ну стоп, стоп. Вот ты только что меня назвал, сказал, могли бы быть знаменитым, да? Угу. Вот. Так, а потом, когда я тебя спрашиваю, а что это такое, ты говоришь, я не разбираюсь. Ну вот опять. То есть, ну, ты как бы это, либо говори, что знаешь, либо тогда уж не знаешь, не говори. То есть, а ты как определишь, кто знаменитый, кто не знаменитый? Если ты тут же говоришь, а я не знаю, могли бы стать. Это я тебе, знаешь, к чему все это говорю? Что когда слова говоришь, то всегда думай, что это слово обозначает. Вот сказал, да, слово «красиво», а ты подумай, в общем-то, как это говорят там у вас пацаны-то, за базар отвечать надо, да? Вот, ну так давай, отвечай мне за базар, говори мне, почему красиво. Потому что я могу тебе так это, как это, предъявить, сказать, не ври, да? Вот ты теперь, а теперь обоснуй, да? Не за базаром, а слово пояснить надо. Да, обоснуй, почему красиво. Может, ты врешь. Что? Обмануть хочешь. Не, ну когда ты говоришь, а потом говоришь, не знаю. Я тебе говорю, обоснуй, почему красиво. А ты говоришь, а я не знаю. Вот. Но это все не страшно. Дело в том, что действительно надо пытаться каждое свое слово, которое говоришь, там особенно когда там красиво, некрасиво, надо, конечно, пытаться понять. Понять. Вот чем умный человек отличается от глупого? Что умный-то понимает, что говорит? Вот я тебя и учу, хочу, чтобы ты умным был. То есть, что такое красивое, да? Что такое красивое? Что такое некрасивое? Чем красивое отличается от некрасивого? Вот. Чем плохое отличается от хорошего, да? А это еще вы картины можете продавать? Продавать никакие не могу. Почему? А зачем мне продавать? Вон там, короче,
В этом квартале там тоже это искусство делают. Искусство? Да. А искусство разве продают? Нет, то есть, типа, что они рисуют типа? Искусство. А, типа искусство рисуют. Во, это хорошо сказал. Типа рисуют искусство. Вот. Ну, я-то не в модном квартале. А в модном квартале кто там типа что продает в модном квартале? Там такие же рисунки. Где Байкал там рисунки. Где это ты видел? В модном квартале? Да, в модном квартале. В самом модном? Вот в этом в современном внутри? Здании? Внутри? Нет. На улице. Так это не в модном квартале, это там на улице возле памятника Ленина. Да. Ну это не модный же квартал. Это называется там магазин Антей называется, да? Ну, продают, да. Но они немножко другое продают. Я видишь, я рисую так, что это не сильно будут покупать, и поэтому я рисую не для того, чтобы покупали люди. Мне а как-то... чтобы, вам поинтереснее было, да? Совершенно верно. Чтобы мне было поинтереснее. И еще нескольким людям, которые в этом хорошо разбираются. Вот. А те, кто покупает, меня не интересуют, потому что... Да, потому что это... Как там? Ну-ка, вспоминай слово, да? У нас это... У нас дома тоже есть картина. Так, это хорошо. Сам нарисовал? Нет, покупали. А зачем? Ты бы взял бы, да сам нарисовал. То есть в рамку? Сам нарисуй в рамку, ставь и все. И не надо будет покупать ничего. Что, ты думаешь, не сумеешь так нарисовать цветы? Не, я не умею рисовать. Да брось ты. Тут же как бы что, бери да рисуй. Собственно, что значит не умею? Что значит умею? Вот возьми нарисуй. А у вас какой почерк? Почерк? У меня хороший почерк, только я не умею рисовать. Ну, почерк, да, тоже зависит. Ну, да, тренировать руку надо, конечно. Правда, я мало последнее время пишу, но это каллиграфия называется, да. Но от почерка это зависит, да. Рисование? Да, конечно. Вот здесь вот не хватает. А, здесь же проводов еще целая куча. Еще здесь у нас... Столб. Ну, столб я нарисую, да. Здесь надо вот это серое нарисовать. Не, вообще... Вот здесь не надо? А, что говоришь, не, я еще не дорисовал, подожди. Нет. Еще столб вот надо нарисовать здесь. А вы рамки сами делаете или покупаете? А я рамки не делаю. Как? А зачем делать рамки? Мне тоже надо купить такие же, как у вас. Что такие же купить, как у меня? Да, как у вас. Что купить? Такие ручки, которые, А зачем? Вы же хорошо на них рисуете. Так это я, а ты-то не сумеешь. Я тебе могу дать на попробовать, а не получится. Поэтому от того, что ты купишь. Так нет, ты сначала карандашом научись рисовать. А вы карандашом умеете? Ну, наверное, да. Вот. А потом уж тогда вот и учись, в смысле, покупай что-то дорогое. А то ты накупишь, толку-то что, деньги только потратишь. Ну скажите, аквариум это хорошо, да? Ой, аквариум этот. Это не аквариум, а это как там? Который краски же есть. Ну ты заболтался. Какой аквариум? Я не знаю, девочки, про какой аквариум говоришь? Акварель. Ты слово акварель путаешь с аквариумом. Да, молодец. Ну ничего, похоже. Мне 7 лет. Ну они похожи, да. Тебе 7 лет? Ладно. Ну тогда ты для 7 лет много слов знаешь. Нет, я серьезно говорю, не смеюсь. А вот, акварель, акварель, вон она у меня. Вот. Чуть я уже засиделся. Ну понятно, что тебе уже скучно. Давай домой. Будь здоров, счастливо. Быстрее надо, быстрее. Вот еще машинка приехала. Ну что, вот рисовать ее здесь. Подъехала, встала. Ну вот вопрос. На этом домике с кружевными окнами, восстановленном, это новодельный, конечно. Вот. Надо ли рисовать? Писать Андижан. Здравствуйте. А вы рисуете? Что за вопрос?
Не, а чого ви робите? Ну. Художник? Ось так сразу грубо. Не воспринимать, я же не вижу. Я ну как, вот. А, сейчас вижу. А я тут... А вот художник, не вот художник, это, прицелуйте, да, сейчас, да? Это вопрос сложный. А-а-а. Это себе звание такое не каждый может присвоить. Ну, многие самозванцы есть, конечно, они присваивают. Художник это называется, да? Ага, возьмет там, что-нибудь намалюет, вот как я, да? Все, удачи, удачи. Счастливо. Салам алейкум. Салам алейкум, или как там надо говорить, алейкум ассалам? Да. Здрасте. Рисуйте, да? Да. Очень красиво рисуете. Точно? Да. Вот тут мальчик подходил уже один, тоже сказал, говорит, красиво рисуете. Я его спросил, я говорю, а как ты отличаешь, где красиво, а где некрасиво? Ну вот, все хорошо видно. Нет, а как вот ты отличаешь, когда красиво, когда некрасиво? Интересный вопрос, а? Ну, потому что у вас как-то похоже, да? Ой-ой-ой, а я вот не стараюсь рисовать похоже, видишь? Я стараюсь рисовать не очень похоже, тут как бы немножечко другая. Да. Вот, да. А вы нарисовали вот шампанщики, да? Ну, в общем, да. Да. Ну, я еще не дорисовал, здесь еще много надо рисовать. Ну, так скажешь мне. Ну, потому что вы очень красиво рисуете, и у вас еще получается, как вам сказать, да. Вот, сложный вопрос, вот в том-то все и дело. Так вот, слушай, я тебе домашнее задание даю. Все-таки надо разобраться, как отличать красивое от некрасивого. Вот. Это же не просто на словах, что нравится мне там или не нравится. Есть какие-то точные, наверное, критерии, потому что, ну, даже бывают конкурсы там красоты, да, и так далее. Когда все-таки определяют, вот это, говорят, красиво, а это, говорят, некрасиво. И для того, чтобы все-таки сказать, ну, надо иметь, ну, как бы, критерии называется, то есть отличие красивого от некрасивого. Мне очень многие подходят и говорят, красиво. А я спрашиваю, говорю, ну, скажи мне, пожалуйста, а вот почему ты считаешь, что красиво, а когда будет некрасиво? Мне говорят, ну типа похоже. Я говорю, ну нет, я же все-таки немножко не похоже рисую, специально. Аня, ну а кто-то Роман? Тебя зовут уже, беги. Ну ладно, до свидания. До свидания. Напутал я опять материалы, но это все от того, что я не взял сегодня гуашь и начал уже тут мудрить. Ну, опять же, есть оправдание. Все, да простит меня творец, папа. Я в наличии имеющихся материалов пытаюсь найти собственную гармонию, скажем так. Все, назвался скетчем, полезай в кузов. Раз позволил себе называться скетчем этот рисунок, ну, значит, можно его всяко разно тогда путать разными материалами, что я сейчас и буду делать на виду у всех, так не сильно стесняясь этого прегрешения. Смешаю-ка я карандашики с акварелью. Почему? Ну потому что у меня с акварелью сегодня не очень получилось. Вот. И я добавлю пастельные такие вот дела. Ну и напишем, как любят писать многие. А, нет, коричневый это у нас вот здесь. Как любят у нас писать многие художники. Не самые стильные. Смешанная техника. Так, мне надо нарисовать пестроту вот этого дома справа, да? Он пестрый-пестрый, да? Всякий разный. Все-таки надо было, наверное, с самого начала мне рисовать этим самым пастелью и не мудрить с акварелью все-таки. Я вот что думаю. Наверное, надо было так.
потерял карандашик. Ну, всегда. А потом искать-то некогда, потому что есть ритм какой-то, который. Я не знаю, кстати говоря, а может быть мне ходить на пленэр и так вот размеренно сидеть на пленэре. Отдыхать. Нет, ну тогда и работы будут соответствующие, да? А я-то хочу, чтобы работы сохраняли темп города. Вон, слышите, как там все гудит, ездит, сверкает. Ну а что, в конце концов, сделать это фишкой. Акварели и пастели одновременно, да? Акварельная пастель. Пастельная акварель. У него тут морда такая черная вся у этого автобуса. Он до сих пор еще стоит. И тут колеса черные. Черный лоб такой. Ну вот я сейчас перечерню, наверное. Наверное, не надо много вдаваться в реализм, да? Ну фары тут такие вот. Вот. Ну и там мужики вот ходят, толстые такие. Подкрадываются ко мне сбоку, с одного. Со второго боку. Здрасте. А вы здесь это, да? Фотографии, да? Там. Это здание, да? Нет. Вопрос. Странный вопрос. Не знаю мне, как на него отвечать. Ну, скоро закончу. Или все-таки дома закончить. Здесь солнце светит яркое очень, прямо глаза слепит. Вот. И поэтому все-таки я... Ну, я это всегда обещаю, говорю, что я приду домой, тут же его доделаю. А если вот тут же его не доделаешь, все. И вот таких у меня тут же доделаю, под названием тут же доделаю, таких же у меня все и кончилось. Белое кончилось. Ай, ну ладно, что-то такое вот более-менее, да, вот здесь по низу, наверное, черного надо больше. Ну да, там же тени такие черные. И колеса у них черные. А все это все пестрое, пестрое, пестрое. До невозможности. Вот это все очень пестрое. Как мне эту пестроту рисовать? У меня стала сильно болеть правая рука. Я уже тут шутил, что... Ну вот карандаш перестал писать. Ну что ты будешь делать? Я уже шутил, что... Ну да... У Леонардо да Винчи и у Репина потом рука отнялась. Но я так все-таки думаю, что у меня это все больше от компьютера. Каких там только цветов нету. И синие, и красные. Палки. Вот она, пестрота.
чем отличаются эти кринжи? Я не знаю, что с ними происходит, но они вдруг перестают рисовать. И что, надо доставать ту пастель? Пастель надо доставать, да? Долго опять рисую. Опять я долго рисую. Вот люди, наверное, не понимают меня многие, а пастель, я больше не буду никакой акварелью, буду работать только пастелью. Материал, который отвечает моему характеру. Нет, акварель мне тоже нравится, что там говорить. Короче говоря, не надо путать их, и все, и будет все на своих местах. И не надо потом будет оправдываться. Здесь еще потом вот надо будет потом закрепить эту пастель и поверху еще черные полоски провести. Там Шанхай Сити написано вот здесь вот. А я вот здесь напишу, наверное. И не погрешу сильно против истины, я надеюсь. Ярким красным так и написано по-английски. Шанхай. Сити. Вот так вот. Здесь тоже напишу, да? О, как я привлекаю внимание у людей. Вот этот домик-то не совсем у меня, конечно, получился. Надо признать. Его надо доделывать еще. Ну что, сейчас доделывать или потом? Меня тут машины окружили со всех сторон. Ну что, займемся самокритикой, да? Скажу, что надо быть более последовательным и выбирать. Либо ты занимаешься скетчингом, то есть быстрыми городскими зарисовками, либо ты рисуешь какие-то концептуальные картины. Это я к чему говорю, что в данном случае вот я сейчас погнался за двумя зайцами, или, скажем, за одним жирным толстым, за одним толстым жирным кабаном. Вот. От скетчинга я ушел, да, от быстрого такого скетча. А полноценную работу, акварельную там, ну или хотя бы этюдную, хотя бы полноценную этюдную работу я не сделал. Столб-то я тут явно не дорисовал. У него же тут куча знаков, как обычно. Знак, знак. Столба еще тут подпора такая, да? Да, ну кстати, надо отдать должное, на этом столбе всего три знака, да? Это не самое большое количество. Мы с вами насчитывали по 30 знаков на иркутских столбах, а здесь всего-то три. Но столб без знака, это я не знаю, как гаишник без палки, без своей гаишки. Ладно, наверное, я все-таки на этом закончу, потому что просто уже лимит времени вышел. Работа опять как бы сделана с недосказанностью, с расчетом на доделываемость. Будут ли они доделаны, не знаю, но и в недоделанном виде, я думаю, в принципе, все достаточно понятно, что я хотел сказать. Вот этот домик вот у меня не дорисован. Короче говоря, вот этот домик надо будет порисовать. Тут вот эта вот какая-то вывеска с какими-то названиями. Да, Андижон там написано. Стоп не такой белый. Ну и так далее. Здесь, в общем, много чего еще надо будет рисовать. Все, хватит.